Всем привет! Сегодня мы распакуем и посмотрим новенькую, чудесную и очень красивую раскраску от Momo Girl, автора книг Girl with Poem и Girl with Music. Эта книга называется Love Letter. Книга очень красивая, розовый матовый картон, очень приятный формат, небольшой, очень красивая такая девчачья. Книга Love Letter – это отличный вариант для тех, у кого нет двух предыдущих книг от Momo Girl, так как она представляет собой сборник иллюстраций из двух ее предыдущих раскрасок. Кроме того, эта книга меньше по формату. Меня немного смущал именно размер двух предыдущих книг, а также немного странная подача. То ли это односторонние иллюстрации, то ли развороты. Если вы видели эти книги, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Так что этот вариант пришелся мне более чем по душе, и когда я узнала о выходе этой книги, я сразу же оформила на нее заказ. Заказывала, кстати говоря, на Etsy, обошлась книга в $21.5 и доставка еще $13.5. Книга была отправлена из Кореи и доехала в Киев за 8 дней. На мой взгляд, это очень-очень быстро. Ну и давайте полистаем и полюбуемся иллюстрациями. Очень красивый видим форзац. Эта книжечка состоит из трех разделов, каждый из которых отличается от предыдущих. Вот у нас есть первый раздел, который называется Letter. В нем очень тонкая мелованная бумага. Этот раздел представляет собой такой себе артбук с иллюстрациями самой художницы, который можно использовать просто для вдохновения или же как референсы для будущих иллюстраций. На обратной стороне мы видим пометки, ну, вот такие как в bullet journal, либо в клеточку, либо в линеечку, ну, для каких-то записей. Вот мы подошли уже ко второму разделу, который называется Couple и представляет собой парные дизайны, которые представлены разворотами. Здесь бумага уже очень плотная, гладкая, довольно приятная на ощупь. И иллюстрации односторонние, что позволит нам не ограничивать себя в выборе творческих материалов, и краски, и спиртовые маркеры. Все подойдет. Здесь мы также видим некие блоки для записей. Можно записать материалы, которыми раскрашивали, или же дату проставить. Так
В последнее время я увлеклась раскрашиванием именно портретов. А моя цель — научиться из черно-белых картинок делать действительно красивые живые иллюстрации. И поэтому я, не задумываясь, приобрела эту книгу, так как долго думала о книгах Momo Girl. Ну вот действительно они были большие и немножко не мой формат. Плавненько мы подходим к третьему разделу, который называется Coloring. В нем иллюстрации уже находятся на одной стороне и именуется все это дело Best Collection. Интересно, это по мнению самой художницы или же по мнению колористов? А как вы думаете? Пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Здесь мы видим более уже лайновые дизайны, чем в предыдущем разделе. Но лица все же привычный нам легкий грейскейл, которые помогают сделать девушек более реалистичными. Прекрасное качество, прекрасная прорисовка, небольшой формат, что делает возможным сделать работу довольно быстро. Очень здорово. Можно потренироваться и в раскрашивании портретов, в раскрашивании одежды, животных, почему бы и нет. Так. Немного склеены листы. Видимо, книжечка свеженькая. Насколько мне известно, релиз был в январе месяце. Поэтому мы ей это простим. Книга действительно очень красивая и украсит любую коллекцию колориста. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было интересно полистать эту книгу вместе со мной, разделить хорошие эмоции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заглядывайте в мой инстаграм. Там я публикую процессы и готовые работы. До новых встреч. Пока!